С запада на восток. Донецкие студенты получили послание от учащихся львовских вузов. О чем писали львовяне и как жители Донбасса отнеслись к их инициативе в сюжете наших корреспондентов. Донецким студентам раздают письма от львовских сверстников. Около 300 посланий доставлены в столицу Донбасса по почте. Все написаны от руки. Друг, у нас с тобой намного больше общего, чем кому-либо может казаться. Мы читаем одинаковые книги, слушаем одинаковую музыку, смотрим одинаковые фильмы. Доставили письма представители общественной организации «Комитет патриотических сил Донбасса». Это был такой искренний порыв львовян с желанием показать, что страна одна, и украинская душа, она действительно открыта и всегда вот стоит на позициях взаимопомощи. Донецкая молодежь послание с Западной Украины читает без предвзятости. Какая разница, где мешкає людина? Мы у Львові, чи в Донецьку, чи у Чернівцях, або у Чернігові. Мы все украинцы, мы все мешкаем в одной стране. Примерно половину посланий львовяне написали на русском языке. Так хотели показать, что они близки и солидарны с Донецком. Тут дуже цікавий лист. До речі, громадяни Львова пишуть нам на російській мові. Тобто вони вважають наш язик, а я вважаю український язик. Чоловік, казалось би, живе абсолютно в іншій точці України, але, тим не менше, приємно читати, що люди з нами солідарні. І от у мене це радість визиває. Прям настроєння піднялося на сьогодні на 100%. Благодаря ініціативі львовян донецькі студенти не тільки почувствовали підтримку з другого кінця країни, але й знайшли нових друзів і, може, навіть вторі половинки. Вот я уже списалась с мальчиком, который мне это прислал, и вечером с ним пообщаемся в скайпе. Многие говорят, что это судьба. Донецкие студенты обещают ответить, напишут письма в 5 крупнейших львовских университетов. Анастасия Певна, Александр Шмурев, телеканал «Донбасс». Время новостей «Донбасса» на этом заканчивается. Всего доброго.